Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше прохождение Старкрафта 2. Давайте посмотрим, что у нас тут из экипировочки есть. Так. Интересно, создает управляемую голографическую копию. Новая голограмма наносит 50% от урона, но он будет получать на 50% больше. Да не, спасибо. Гранатка как-то мне поболее нравится. Так, хорошо. Что тут? Под стенами дворца на Кархале проходит организованная акция протеста. Обстановка накаляется. Органы правопорядка готовятся к возможной волне насилия. Защитники человечества выступили в поддержку протестующих, заявив, что Валериан не может оставаться у власти и должен быть смещен любыми доступными средствами. Сам император покинул пределы дворца. Мы пока не получали комментариев от его администрации. Ничего себе. Так. Улучшение для войск. Ну, что-то есть. Паучьи мины. А, ну давайте, почему бы и нет. Так. Ну, рассказывайте. Антиго Прайм одной из первых пала жертвой зергов. Это было во всех новостях. Но о защитниках человечества никто не упоминал. Выясним, что здесь произошло на самом деле. В файлах защитников были вот эти координаты. Остальное не помню. Придется осмотреть каждую точку, собрать данные и попытаться восстановить общую картину. Хорошо. Здесь мы развернем базу, но сперва нужно очистить местность от заражения. Это я могу. За работу. Ну, поехали. Так. Для боев с разными типами противников вы можете использовать разные наборы экипировки. Новый и улучшенный для войск. Экспериментируйте. Ну, понятно. Эта область подойдет для базы. Но, к сожалению, в ней еще хозяйничают заразители. Им осталось недолго. Ой-ой-ой-ой-ой. И сейчас мы на месте ядерного взрыва построим себе базу. Интересно, конечно. Взрыв уничтожил единственную яму заразителей в округе. Зерги больше не смогут их порождать. Нужно ограничить производство мощных войск противника. Отыщи все важные строения зергов. Хорошо. Я дам знать, когда ты приблизишься к одному из них. Так. Самое время база. База пошла. Бойцы. Говорите. Ну что же, пора проверить наши координаты. Внимание! Проверить то мы, я думаю, на позицию. Всегда успеем. Откуда на меня нападать-то будут? Запускаю двигатели. Думаю, с двух мест. Точнее, с двух сторон. Так. Можно одного уже переводить на газ. ЖСМ готов. Что? А? Выкладываем. Еще двоих. И все, про газ. Пристройка. Завершено. Думаю, можно пристройка пока завершена. Немножечко забыть. Режим готов. Так. Есть работенка. Можно сделать так. Пристройка потом завершена. Вернуться на добычу. Режим готов. Пусть лучше стоит, чем ее вовсе не будет. Так, давайте, кстати, засейвим, то я что-то забываю. Выполняю. Сходим, разведаем чудака. Режим готов.
слышимость отличная. Моя ж ты радость. Свободен. ГСМ готов. Поняла. Поняла. Так, аккуратно. Положись на меня. О. ГСМ готов. А ну иди сюда. Я обо всем позабочусь. Че остановились-то? Недостаточно виспена. Какова ситуация? О, есть надо работенка. Поставить. Ага. ГСМ готов. Запрятали. За твой счет. Я вижу на сканерах войска зергов. Они приближаются с востока. Я подготовлю им теплую встречу. Интересно, каким образом? Райгель, я нашла первую точку. Воспоминания размыты. Я должна принять еще одну дозу тирозина. Я буду на связи. Согласно нашим данным, эта планета – вероятная цель нападения зергов. Мы не хотим поднимать тревогу. Наше новое защитное оборудование нейтрализует всех зергов в случае вторжения. Разместите его, не привлекая внимания. Так мы сможем защитить гражданских, когда придет время. Принято. Первое устройство готово к активации, Максвелл. Хорошо. Теперь нужно настроить его для борьбы с определенным видом зергов. Ух ты, ё-моё. Я даже и не знаю. Давайте... Муталиск, я думаю. Ну что же, мы готовы двигаться дальше. Хотя, по идее, я думаю, с этой стороны теперь будут щемиться муталиски на меня. Да. Ё-моё, вот это я. Валерчик, а? Снова на связи. Так, понятно. Уже в пути. Ушел. Взял Робика. Чего? Сюда. Я должна Лин, была инженерный корпус. Защитить планету от зергов. Как видишь, план не сработал. Как бы то ни было, ты подходишь к последним шпилям в округе. Да? Хорошо. Сперва уничтожу их, потом добью муталисков. Так. КСМчики больше. Ой. Как скажете. Так. Танк есть. Это радует. Уже в пути! ГСМ готов! Вооружен и опасен! ГСМ сюда. Да! ГСМ готов! Недостаточно минералов. Ну ничего. Ща бункер будет. Удивим. Того самого подбитого морпеха сразу посадим в бункер. Кому наверх? Приказы будут? Пусть в нем обитает. Недостаточно виспена. Да что ж такое? Сюда. Сюда. Первый отряд посадили. Ядерная ракета готова. Замечательно. Я думаю, ее можно туда вписать. Сейчас сделаем только укрепление. Что происходит?
следует. О, отличное место. Как ни странно, метро в этом районе еще действует, но входы на станции перекрыты слизью. Если ты их расчистишь, можно будет быстрее передвигаться по городу. Бойцы. Еще одна волна зергов. На этот раз они наступают с севера. Да что ж такое? Запускаю двигатели. Сформулируй запрос. Слышу. Так. Давай сюда. Работенка всех, да, есть. Да. Там процесс кипит. Пошло улучшение. Здесь практически. Так, тут по максимуму. Что тут освободить? Легко. Опа. Так. Сюда. Улучшение завершено. Как скажешь. Так, там процесс кипит. Танкист. Делаю. Ай-яй-яй. Закончились. Замечательно. Это по мне. Разложить. А? А? Чего пугаешь? Есть. Так, бункер пошел. Туда 6 человечков. Не улучшить им. Боевую мощь. Жду подтверждения. Нова тут. Протиснуться может? Может. Анализ зоны конфликта. Вооружен и опасен. Зерги вот приближаются с обеих сторон нашей базы. На связи. Даже так? Ну это ж хорошо. Пусть приближаются. Кого подлатать? Кому наверх? Сейчас еще два бойца. Улучшение и все. Завершено. Ну, танкист. Можно сидеть без дела? Давай сюда, родной. Что стряслось? Давай, удиви меня. Есть. Близится освобождение. Так. Траектория проложена. Здесь процесс идет. Так, 50-50, конечно, он идет. Ожидаю. Как скажете. Все, забазировал. Недостаточно виспена. Странно, недостаточно виспена, учитывая, что по 3 человека их добывает.
жду подтверждения. Повтори. Так, ну а я погнал на разведку. Выполняю. Но вы должны исследовать все координаты. Выдвигаюсь. Исследуем. Поняла. Пора тут все зачистить. Вот это плохо. Ушел. Все? На. Поняла. Черти. Положись на меня. Так, ну, зачищай потихоньку. Недостаточно виспена. Мотор ревет! Улучшение завершено. Боец. Конечно. Возвращайся. Нова на связи. Уже в пути. Выдвигаюсь. Ну. У меня плохие новости. Гиблинги, муталиски и черви Нидуса приближаются к нам с востока. Мог. Почему бы и нет? Какова ситуация? Выполняю. Минус. Я обо всем позабочусь. Еще минус. Слышимость отличная. Недостаточно энергии. Поняла. О. Уже в пути. Сейчас сходим, посмотрим, что тут у нас. Положись на меня. Серги создали инкубатор рядом с нашей базой. Я уничтожу его. Дополнительное место нам пригодится. Уже в пути. Улучшение завершено. Так, ну тут у нас все под контролем. Выполняю. Вот только не надо добывать ничего, товарищ. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Так, единственный нюанс, что я не знаю, кого строить. Мотор ревет. А может быть, и знаю. Есть работенка. Найдем. Скажешь. Блин, какой бункер? Отбой. Скейп. А? Вот это я дал жару. Водишь ты. За дело? Еду. Отбой, держи, мама. Запрятали. Пропустили бойца. Давай, давай. Опа. Все. Единица ближнего боя, на-на-на. Окей. Тогда возьмем еще Голиафа. А то уж слишком долго мы строимся. Что стряслось? Надо немножечко побыстрее. Жду подтверждения. Выдвигаюсь. Я засек еще одну группу зергов. Ай-яй-яй. Скоро они пойдут в атаку. Там это готово. Слушаю. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой.
Вау. Даже здесь. Ага. Я обо всем позабочусь. Да, раздали знатно мне. Ближе к делу. Улучшение завершено. Поняла. Поняла. Слышимость отличная. Так, ну. Ракета готова. Я думаю, с... Уже в пути. Положись на меня. Замечательно. А вот здесь можно было бы... Хотя нет. Думал пару танков сделать. Отлично. Зерги больше не смогут создавать муталисков. Угу. Здесь нельзя. Клеров на связи. Запрятал. Все вернул на добычу. Новка. Выполняю. Что здесь у тебя было? Принимаю следующую дозу тирозина. Райгель, прям как наркотики какие-то, а? Непременно. Надеюсь, в этот раз тебе откроется что-то более важное. Разве генштаб не заявлял, что дикие зерги нам не угрожают? Неужели что-то изменилось? Должно быть кардинально. На разработку таких устройств нужно много времени и средств. Если они и правда так эффективны, как говорит Максвелл, нам будет гораздо проще. Но почему мы о них не знали? Может, нам забыли сказать, а может, нам врут. В любом случае, мне это не нравится. Так, червь Нидуса, Гиблинг, Скрытень или Ультралиск? Давайте, наверное, Ультралиск пусть будет. А, два варианта. Ё-моё. Ультралиск и Скрытень. Прям нужно продолжать поиски. Полный набор я был. Надо что-то больше что-то танков сказать. Будет туда поставить. Да, тут целая толпа ультралисков. Жесть. Мне срочно здесь. Стол. Я ведь до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь, он выбрался из Шарпсбурга. Ты так. Единственный пропавший призрак, вернувшийся на службу Доминиона. Это еще не значит, что он мертв. Пойдем посмотрим, что тут у нас. Хотя можно сюда. Ой-ой-ой. Уже в пути. Оп, все-все-все, меня нету. Вы меня не видите. Выдвигаюсь. Недостаточно энергии. Танк на марше! Нова, дикие зерги приближаются к нашей базе. Лови зал. Хлоп. Блин, если бы чуть-чуть подождал... Снял бы и тех. Бляха-муха, промахнулся. На. Положись на меня. Выдвигаюсь. Так. Мы
Откладывай! Мотор сюда. Полный вперед! Куда стрелять? Да? Положись на меня! Соло на ударный! Замечательно. Танков, как известно, много не бывает. Круто. Где там Нова? Встреча с новыми ультралисками тебе больше не грозит. Надеюсь, ты рад. А это поняла. Что? Выдвигаюсь. Танк на марше! Выкладывай! Тогда будем укреплять бой. Эту сторону. Пути! Кто так? Есть оборудование, способное быстро поставить тебя на ноги. А как я так профейлил? Немного подождать на базе. Вот жесть, а? Как меня могли там вообще... Ай-яй-яй, ну блин, затупил. Жесть, обидненько. Ну ладно. Чё уж поделаешь-то. Да, сэр. Недостаточно веспер. Полный вперед! С учетом того, что его добывают почти по максимуму. Куда стрелять? Соло на ударник! Качу! Хотя можно его поставить, я думаю, и здесь. Уже в пути! Так, Новка, я поехали. Знаю, что это что-то косяк легкий был. Выдвигаюсь. А, мне надо где-то его. Выполняю. Понятно, тогда погнали. Полный ход! Едем, едем. Че не? Вперед! По максимуму. Тогда разложиться. Кому тут принести свободу? Ожидаю. Ну а чё ты? Легко. Втормаживаешь, а? Вот так-то. Отлично. Входы на станции расчищены, и поезда в нашем распоряжении. Грузовые вагоны достаточно велики для перевозки танков и других крупных боевых единиц. Скрытники хозяева стаи нападают на нас с востока. Если нужно, вороны могут засечь скрытней и других закопавшихся зергов. Меня. Ага. Где ворон? Готов к работе. Вступаю в бой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну, бля, ну как? Нет связи. Жесть. Окружили черти. Недостаточно веспена. Что такое? Анализ зоны конфликта. Танк на марше! Понятно. О, минус червь. Так, а вот этот мне не нравится. Слушаю. Я знаю, что делать.
Траектория проложена. Однако стрёмная фигня. Успех. Все, новое здесь. Хорошо. Поехали. Недостаточно. Мотор ревет. И. Не кричи. Вся внимание. И где Нова? Прием. Куда? Что тут освободить? Да. Так, я, конечно, не знаю, что произошло. Но. Конечно. Где Нова, ё-моё? Эй! Слушаю. Хьюстон. Запускаю двигатели. Как скажете. Походу we have a trouble. Идеально. Запускаю двигатели. Интересно. Какова ситуация? Реализовано. Я обо всем позабочусь. Внимание! Окей, вы пока отойдите, даже, наверное. Двигайте на базу. Ставлю только призраков. Пойду разберусь тут. Поняла. Ближе к делу. Замечательно. Еще лучше. Выкладывай. Говори громче. Я засек еще одну группу зергов. Готовься, скоро они пойдут в атаку. Поняла. К бою готова. Там было вообще стрёмно. Минус. Выполняю. База атакована. Отбегаю. Жду подтверждения. Поняла. Поняла. Успех. Слышимость отличная. Так, ну на удивление мы с этими тоже разобрались. Я обо всем позабочусь. Так, ну добивной. Повтори. И сюда бомбочку. Скрытни больше не представляют для тебя угрозы. Поняла. Все, идем сюда. Сейчас сходим. Куда мы сходим? Хотя, давайте, поняла. Подождите, давайте сюда заскочим. Оль, мы тут уже близко. Кому тут принести свободу? Что тут освободить? Внимание! Нова на связи. Ближе к делу. Ничего нет. Ну надо же. Слышимость отличная. Печалька. Выполняю. Ай. Как-то оно странно, нельзя атаковать. Ближе к делу. Слышу. Жду подтверждения. Какова ситуация? Так, где ворон? Давай. Месторождение минералов. Поднимай. Все равно энергия у тебя сейчас восстановится.
и будет все нормально. Положись на меня. Ожидаю. План полета утвержден. Слушаю. Повтори. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Поехали. Что у нас тут, очки? Райгель, я уже тогда понимала, что защитники темнят. Нужно выяснить, что случилось дальше. Агенты, докладывайте. Мы у третьей точки. Продвигаемся немного медленнее, чем планировали. Пилоты уже ждут. Не задерживайтесь. Мне нужно заскочить в командный центр, когда мы закончим с установкой. Там остались резервные копии наших инструкций. Хорошо. Я почти закончила. Так. Ну, гиблинг. Странно. После включения эта штука дает псионный резонанс. Что это такое? Будут эти карапузы, короче, сейчас атаковать меня. Снова на связи. Надо аккуратно. Слышимость отличная. Я поняла. Мы не защищали эту планету от зергов. Мы привели их сюда. Правда, иногда бывает горькой. Горько придется защитникам, когда я наконец до них доберусь. Я обо всем позабочусь. Знаю, ты сейчас занята, но я обнаружил среди руин следы высокоэнергетической плазмы. Слышимость отличная. Ну, не вопрос, можем сгонять. Возьмем еще одну группу зергов. Готовься, скоро они пойдут в атаку. Новых гиблингов мы больше не увидим. Так, не хотят, поняла. Чтоб я сюда сгонял. Давайте сгоняю. Положись на меня. Снова на связи. Благодаря тебе заработала еще одна транспортная ветка. Слышу тебя хорошо. Так, что там у нас? Что тут освободить? Месторождение база атаковано. Уже в пути. Месторождение минералов. О! Кому тут принести свободу? Вы представляете, кто тут запрятался. Снова на связи. Поняла. Мотор ревет. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай так. Ба. Твою мать, а ну мог же убить, а? Жесть, умираю как... Как вагон последний. Добиваем. Отлично. Вылетаю. Так, понятно, походу надо поняла. Только новую сюда. Прекрасно. Так точно? Это меня радует. Я знаю, что делать. Давай в метро.
остановила работу всех веток метро. Завидное усердие. Подтверждение. Я обо всем позабочусь. Давай сюда. Ну и... Да? Будем уже... Система функционирует. Подвязывать. Возьмем последнюю точку. Или несколько последних точек. Слышимость отличная. Спасибо, Нова. С твоей помощью я смогу улучшить наше вооружение. Поняла. Месторождение минералов выработано. Выполняю. Поняла. Замечательно. Уже в пути. Время Тиразин на исходе. Я должна вспомнить все. Если защитники на самом деле не сотрудничают с Доминионом, их покрывает кто-то изнутри. Пока мы ни в чем не можем быть уверены. Я попробую взломать защиту этих устройств после их активации. Ну, самый сок берем. Думаю, это пси-излучатели, как те, что когда-то использовала Конфедерация. Нова, мы должны бежать. Я не зачистил командный центр. Там остались наши инструкции. Мы доставим их в Генштаб в качестве доказательства. Проклятие. Излучатель заработал. Я думал, мы понимаем друг друга. Вы меня разочаровали. Ну, ой-ой-ой-ой, беда. Вернуть их на базу. Так, ну придется разобраться тут. Веспеновый гейзер иссяк. Поняла. Я кое-что вспомнила. Есть еще одно место, которое я должна посетить. Ближе к делу. Минус червь. Слышимость отличная. Я во всем позабочусь. Тебе направилась еще одна группа зергов. Близится освобождение. Выполняю. Недостаточно энергии. Ближе к делу. Успешненько. Ядерная ракета готова. Ого. Недостаточно энергии. Так, давайте это все. Месторождение минералов выработано. Пора тут все зачистить. Пошла жара. Ваншот. Все точки появления червей Нидуса зачищены. Поняла. Я обо всем. На помощь! На помощь! Внимание! Повтори. База атакована. Положись на меня. Выдвигаюсь. Выполняю. Поняла. Отличненько. Поснимали их этой обилкой, если б еще не так быстро заканчивались. О, блин. На. Отлично. Да добей уже. Ты устранила хозяев стаи, Нова. Выполняю. Да, ну молодцы прям.
Давай сюда. Слышимость отличная. А. Они сами себя устранили. Принём, принём. Поняла. Так, и возьмем еще ворона. Может быть, несколько воронов, не один. Окей, поехали. Жду. Да, сэр. Выдвигаюсь. Сейчас еще нужно будет, чтобы ворон поставил медицинские эти штуковины, дабы прохилить нас. Что происходит? О-о-о. Кого подлатать? Сюда. Хотя не. Стоять. Бойцы. Да ё-моё, не. Что стряслось? Водишь ты. Водишь ты. Выкладывай. Задело? Понял. Какова ситуация? Так, ворон. Готов к работе. Снова на связи. Ща будет жарно. Повтори. Жду подтверждения. Поехали, короче. Уже в пути. Но быстро они. Положись на меня. Все. Нова. Дикие зерги приближаются к нашей базе. Да, это мелочи жизни. Уже. Повтори. Ближе к делу. Слышимость отличная. Жду подтверждения. Внимание! Что тут происходит? Какова ситуация? Поняла. Вот так вот. Бомба. Да, сэр. Повтори. Будешь по воздуху прикрывать. Ай, скотина. Эх. Без вариантов там вообще не одолеть им нам. Замечательно. Поняла. Прекрасно. Так, сейчас Маккери сюда пришлем. На помощь! На помощь! Отлично! Я знаю, что делать. Так, Кэрри, поехали сюда. Поняла. Поняла. Успешненько. Так, осталось дождаться только нового. Слышу тебя хорошо. Давай сюда. Отсюда вышли. Какова ситуация? И сюда побежали. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Да. Иди тоже. Полная. Помоги. Хотя можешь полная разведать, что он здесь. Нова на связи. Уже в пути.
Пока здесь остаются зерги, отправляться на поиски информации опасно. Окей. Сейчас снимем их. Положись на меня. Все. Хорошо. Они здесь. Наши инструкции. Тогда, я полагаю, мы можем возвращаться. Пока нет. Я должна вспомнить еще кое-что. Пора использовать остатки тирозина. Она видела слишком много. Не знаю, сможем ли мы вернуть ее лояльность. Сотрите ей память. А потом мы начнем обучение заново. Это да. Итак, мостик Грифона. Нужно связаться с Валерианом. Генерал Дэвис снова предложил обсудить. Что случилось снова? Я все вспомнила. Они лгали мне. Вынуждали убивать невинных ради своей чертовой цели. Их лидер, генерал Дэвис. Дэвис, она всегда была верна моей семье. Семье, но не вам. Пока она жива, гражданские будут умирать. Ее нужно убить. Нет. Народ призывает меня отречься от престола. Нельзя позволить ей стать мученицей. Нужно все сделать правильно. Пока мы ждем, гибнут люди. Разве для вас это не важно? Важно. Я понимаю, через что вы прошли, но решать не вам, Нова. Ставки слишком высоки. У меня есть план, и я надеюсь на вашу помощь. Хорошо. Походу, нас тут еще ждет достаточно интересный поворот событий. Каролина Дэвис. Это Валериан Менкс. Я намерен сложить свои полномочия. Так, и что же там дальше? А, это я открыл, походу, доступ ко второй главе только. Понятно, всего там, по-моему, 3 главы было. Интересненько, интересненько, походу, еще дальше несколько сценариев. Так, после длительного расследования Нове удалось выяснить, что генерал Дэвис, занимающая высокий пост и пользующаяся уважением в Доминионе, и таинственный лидер защитников человечества. Одно и то же лицо. Именно Дэвис занималась перевербовкой призраков Доминиона, включая саму Нову. Она же спланировала нападение зергов и талдаримов на мирных жителей.
Внешне демонстрируя преданность Императору, Дэвис втайне надеялась, что ее действия ослабят позиции Валериана, и со временем он будет вынужден отречься от престола. Когда Нова рассказала обо всем Императору, она не сомневалась, что тот немедленно отдаст приказ ликвидировать Дэвис, но у Валериана на этот счет были свои планы. Валериан связался с Дэвис с борта Буцефала и сообщил, что намеревается сложить в себя полномочия императора Доминиона Тиранов. Так. Вардона, родной мир, походу, этого генерала. В пси-излучателях используются технологии, разработанные фондом Мёбиуса. Все улики приведут к Валериану Менгску. Я смирился с тем, что моему отцу нет прощения. Его нужно удалить от власти. Да. Генерал, император уже прибыл. Скоро он выступит с заявлением. Неужели? Следите за ним. Если что-то пойдет не так, убейте мальчишку. Император, у нас мало времени. Знаю. И поэтому мы должны действовать строго по плану. Люди Дэвис будут ждать провокации от моей охраны. Это отвлечет их внимание. Вы должны воспользоваться этим и проникнуть в комплекс. Будет сделано. Возьмите Дэвис под стражу и приведите на балкон до конца моей речи. После этого я объявлю о ее аресте. Она так просто не дастся. У нее не будет выбора. Нова. Я рассчитываю на вас. Так, что ж, друзья мои, думаю, на сегодня это все. И следующий сценарий, и серию, точнее, я изучил, да. Продолжим уже с вами, так сказать, next time. Что ж, всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал и увидимся очень-очень скоро. Всем пока-пока.